Здравствуйте, друзья! На связи Кузнецов Дмитрий, Академия юридической грамотности, Центр юридической защиты. Сегодняшнее мое обращение слегка оригинальное, нестандартное, может быть, немного не то, чего вы от меня ждете. Ну, интрига – это хорошая вещь. Итак, внимание. Внимание, я надеюсь, я многих заинтересую, многим дам пищу для размышления. И для многих открою, скажем так, пространство для решения их насущных проблем финансовых. Итак, друзья мои, вы многие меня уже знаете и по моему каналу на YouTube, и, собственно говоря, вообще по моей деятельности. Многие из вас со мной лично знакомы, многие были у меня в гостях в Санкт-Петербурге, в моем офисе прекрасном. И, собственно говоря, я сегодня намерен сделать беспрецедентное предложение. Ну, беспрецедентное оно, скорее всего, для вас, потому что многие уже им воспользовались. И, как вы поймете впоследствии, в самое ближайшее время, вот буквально в процессе моего обращения, пожалеть об этом не получится при всем желании. Итак, я очень много заметил комментариев, когда вы вот под моими диалогами с коллекторами нашими, всеми любимыми в кавычках, да, пышите гневом. Да, то есть вы не знаете, как найти себе место, вы рветесь, скажем так, к телефону, вы хотите встать на место меня, на место моих, собственно говоря, людей, кто с меня берет пример, я, естественно, выкладываю это все дело. А кто-то уже пишет, возьмите меня в свой колл-центр, я хочу разговаривать с этими, не буду слова говорить, в формате такого вот публичного обращения. Хотим, хотим, хотим. Это понятно. А многие из вас, ну, натерпелись, наслушались. В конце концов, просто понимают по роду своего воспитания, по сути того, что происходит, что это все незаконно, и эти вот наши чудо-взыскатели, чудо-коллекторы, там, кто, как они только себя не называют, досудебные отделы, там, судебно-исковые отделы, отделы регионального взыскания вместе со своими этими выездными инспекциями и подобным бредом, ну просто нас разрывают на части, да, вот вас в том числе, и вы хотите их поставить на место. Хотите внести свою лепту, просто хотя бы для самоуспокоения, для реализации своих амбиций. Сегодня я вам предлагаю невероятное, скажем так, бизнес-предложение. Многие знают, что мы работаем дистанционно, то есть мы один из крупнейших операторов юридических услуг на территории Российской Федерации. И у нас в штате достаточно большое количество юристов, мы привлекаем специалистов на местах, что называется, работаем изнутри, с нами работает очень много судебных приставов, людей, сотрудников судов, ну, так скажем, нелегально, но об этом позже, это информация для тех, кто потом примет то самое необходимое решение для себя, вот, но... Мы решили развиваться и развиваться, скажем так, темпами, серьезными темпами. И очень долго размышляли, предполагали, думали, как же сделать так, чтобы охватить как можно больше людей, как можно больше принести пользы, как можно больше сделать так, чтобы люди избавлялись от кредитного бремени, чтобы люди наконец-то начинали дышать полной грудью. Что в этом случае можно сделать, да? Решение оказалось вот, на виду. Я посмотрел, у меня на канале YouTube ежедневно прибавляется бешеное количество подписчиков. У нас идут клиенты. И все это говорит лишь только о том, что нужно людям предложить зарабатывать вместе с нами. И удовлетворять свои амбиции, в том числе то, о чем я говорил вот в самом начале. То есть вы можете внести свою... очень жирную лепту, вы можете, скажем, утолить чувство голода, вот это мести, да, в отношении вот этого беспредела, вот этого произвола, который творят эти банкиры, я уже молчу про коллекторов, поставить их на место и как можно больше сделать полезного, как можно больше людей освободить,
от вот этого влияния. Спасти, что тут преувеличивать, спасти, как мы спасаем. Действительно, ну, это действительно спасение. Дать им тот самый спасательный круг и помочь сделать настоящее благородное дело и заработать на этом. Нет ли мечта любого человека делать то, что полезно обществу, делать то, что вам нравится, и получать за это деньги. Итак, внимание, суть моего предложения, суть нашего предложения. Не пытайтесь убегать сейчас от экранов с мыслями, да это сейчас вот юристы, обучение и все остальное. Нет, ребят, то, что мы вам предложим, простите, то, что мы вам предложим, это несет в себе формат сотрудничества, полноценного сотрудничества, но для этого не нужно обладать специальными знаниями. Для этого не нужно много свободного времени. Хотя здесь, смотря как вы к этому отнесетесь, очень я подозреваю, что многие из вас вообще бросят какую-то рутинную работу и начнут полноценно с нами сотрудничать. Многие уже догадались, что я хочу предложить. Но все-таки, чтобы не оставлять ситуацию, скажем так, в полупонятном состоянии, я рассказываю. Нам нужны партнеры в регионах. Где бы вы, друзья, ни находились, сколько бы в вашем населенном пункте не было людей, не нужно бояться конкуренции. Наш продукт остро востребован. Это не порошки какие-нибудь, шампуни, я не знаю. Это не какая-то там пирамида. Это четкое конкретное предложение. Мы предлагаем вам стать партнерами компании «Алиан», крупнейшего юридического оператора на всей территории Российской Федерации. До последнего момента мы старались привлекать клиентов через интернет, проводили вебинары и будем их проводить. Мы это делаем с большим успехом. Поток клиентов не иссякает. Но почему бы и вам не включиться вот в это дело? Почему я сказал, что не нужно быть юридически подкованным? Мы проработали очень хорошую схему, а здесь ничего сверхъестественного нету, она стандартная. Мы готовы вам платить за то, что вы будете заключать договоры на юридическое обслуживание клиентов и передавать эти бумаги нам. Как многие из вас понимают, а те, кто не понимает, я расскажу, формат гражданского производства можно вести в заочном формате. Для этого не обязательно ходить в суды, присутствовать на заседаниях и, как говорится, быть глаза в глаза с судьей, либо с какими-то сотрудниками юстиции. Нет. Все можно совершенно легитимно, совершенно юридически обоснованно вести с помощью переписки. Официальной, конечно же, переписки. И мы знаем, как это делать, и совершенно успешно это реализуем в нашей практике. Находясь в Санкт-Петербурге, мы можем тем же успехом обслужить человека, находящегося на Сахалине, или в Калининграде, лишь бы у него были взаимоотношения с банками, которые эксплуатируют российские законы, законы о банках и банковской деятельности, лишь бы они подчинялись закону о защите прав потребителей. В этом случае не имеет значения, где находится человек. Он просто должен нам передать документы свои банковские и все, заключить с нами дистанционно договор и оплачивать наши услуги. Более ничего не нужно. Так вот, в чем смысл, суть, тонкость нашего предложения? Как я уже и сказал, мы готовы вам за это платить. Я объясню, почему не нужно быть юридически грамотным человеком, а достаточно быть, ну скажем так, понимать, что происходит. Ну что происходит? Да просто, что человек имеет право не платить. Вот это важное, самое основное понимание. Дальше я объясню, почему и как. Многие из вас это понимают. Вот. И теперь смотрите. Я разложу все по полочкам, чтобы вы понимали, что нужно делать и сколько вы за это будете получать. Я, забегая вперед, уже подозреваю, что многие из вас даже не ожидают. Не ожидают того, что я сейчас расскажу. И даже в самых своих скромных ожиданиях подозревают, что в самых нескромных, простите, ожиданиях, подразумевают, что будет что-то такое, ну, 5-10%.
Нет, друзья мои. Мы готовы вам отдать полностью все практически за вашу работу. А в чем заключается ваша работа? Привлечь клиента, заключить с ним договор и после этого передать документы нам. Далее сосредоточиться на работе со следующими клиентами. Более ваша работа здесь не нужна. Мы работаем, мы дальше взаимодействуем с этим клиентом, и мы ведем его далее до конца. Но вы, друзья мои, сразу же получаете свою прибыль. Итак, рассказываю, сколько стоят наши услуги для клиентов, и сколько сразу же вы можете получить. Забегу вперед. У нас есть два типа вознаграждения. Мы решили так. Как вы понимаете, клиента приходится сопровождать на протяжении какого-то периода времени. В среднем наша работа длится 9-12 месяцев. Вот, потому что это долгоиграющий, скажем так, процесс. И досудебка, и судебные мероприятия, и потом работа в формате исполнительного производства с судебными приставами, где мы спасаем имущество клиента нашего, приводим его к комфортному платежу, создавая условия, когда банку выгодно отказаться от претензии. Ну а в судебном формате мы расторгаем договор незаконно составленный. Поверьте, они все незаконно составлены, потому что в них очень много пунктов, противоречащих действующему законодательству. И мы вам, тем, кто, во всяком случае, захочет с нами сотрудничать, дадим очень много обучающего материала, в том числе видеоматериала, где вы совершенно легко и просто вникнете, погрузитесь вот в эти нюансы и будете, ну, скажем так, легко и просто плавать, ориентироваться в этом озере, в этом море информации. Да? На самом деле ничего страшного и непостижимого здесь нет. Итак, внимание, цифры. Смотрите, у нас существует три пакета услуг, а именно первый, второй, третий, четвертый. Так вот, первый пакет услуг – это когда клиент, то есть человек обращается к нам, и мы его спрашиваем, сколько вы в общей сложности должны всем своим взыскателям. И он начинает подсчитывать все свои кредиты, да, и говорит, допустим, какую-то сумму. Итак, если сумма его кредитного бремени до 150 тысяч рублей, от 0 до 150 тысяч рублей, то клиент нам платит за наши услуги 4150 рублей в месяц. Если у клиента кредитная нагрузка от 150 до 300 тысяч рублей, клиент нам платит 6800 рублей в месяц. Если кредитная нагрузка человека от 300 до 800 тысяч рублей, то клиент нам платит 8 тысяч рублей в месяц. Один из самых распространенных это пакетов. Очень много людей с такой суммой долга. И самый распространенный пакет это безлимитный, так называемый, когда человек должен всем своим кредиторам от 800 тысяч рублей и до бесконечности. Это самый распространенный пакет наших услуг, который очень востребован и понятно, да, как, почему. А здесь клиент платит нам 11 тысяч рублей в месяц. Ребят, есть две формы вознаграждения наших партнеров. Вот от этой суммы. Либо от этой суммы. Понятно, что 4 пакета услуг, и вы можете получить на свой выбор. Вы сами определяетесь, с каким клиентом, как получать вознаграждение. Итак, напомню, вы оформили договор, пригласили клиента, получили от него деньги и переправили нам.
сразу скажу, переправили за минусом своего вознаграждения. То есть свое вознаграждение вы оставляете у себя сразу. То есть не нужно каким-то образом там его ждать от нас. То есть это будет сразу. И что вы видите? Если вы выбираете тип вознаграждения 1, у нас два типа вознаграждения. 1 и 2. То есть на ваш выбор. По первому типу вы получаете 80% сразу по факту первого платежа. Человек заплатил за первый месяц обслуживания, и вы сразу же получаете 80%. Легко посчитать, да? 4150 рублей 80%, соответственно 6800, 8000, 11000 рублей. Смотря какой пакет у клиента, вы получаете сразу 80%, причем оставляете их сразу у себя, нам разницу отправляете. И второй вариант, если вы хотите, чтобы клиент получал заработок каждый месяц с клиента, на всем этапе, я подчеркну, от 6 до 9 месяцев, ну максимум 12 месяцев наши услуги для клиента длятся. Мы, если за 12 месяцев что-то не успеваем, мы работаем дальше без оплаты, то есть доводим до конца, но это крайне редко бывает, в среднем 6-9 месяцев, все зависит от ситуации, как вы понимаете. Здесь вы можете выбрать тип 2 и получать 20% за каждый месяц. То есть, вот человек платит, и каждый месяц вы получаете. Вам решать. Понятно, что здесь выгоднее, но это в гипотезе, в перспективе в какой-то. Здесь вы получаете сразу. То есть человек отправил документы через вас, вы сразу получаете свою прибыль. И как, собственно, легко можно посчитать. Давайте примерно посчитаем, сколько вы можете зарабатывать. Вы можете заработать на этом всем деле. Вот смотрите, простая арифметика, да? Сейчас вот сотру, чтобы нам было с вами удобнее. Это все видно, наглядно. Оставлю стоимость нашего пакета, наших пакетов. И скажу одно, ну давайте возьмем среднее, да? У нас самые популярные пакеты, это вот 11 тысяч рублей и 8 тысяч рублей. Реже приходят клиенты вот с пакетами до 150 тысяч, ну и, соответственно, с пакетами от 150 до 300 чаще. У людей серьезная кредитная ловушка, и они вынуждены вот справляться, платить бешеные деньги, да? Ну, предположим, если человек в общей сложности должен, не знаю, там 500 тысяч рублей банкирам всем своим, то его ежемесячный платеж составляет, ну, где-то, по моим подсчетам, 1025 в месяц. Причем это на протяжении 5 лет. Вот. В нашем случае мы сразу говорим наше основное, кстати говоря, условие. Человека, заключая договор с нами, первое, ну, это условие, бонус, я не знаю, как угодно, он должен прекратить все финансовые отношения с банком. Потому что мы начинаем работать, пишем претензионные письма, расторгаем договор. Но нельзя выполнять условия договора на этапе расторжения его. То есть, если мы пишем претензии, что мы не согласны с пунктами договора, нельзя платить. Если человек прекращает платить, это многих очень радует. И платит он только нам. При том, при всем, что это сумма фиксированная, и, естественно, она понятна, куда расходуется. И самое главное, это максимум 12 месяцев. Да, вот, и к чему мы с вами приходим, друзья мои, что мы здесь видим? Предположим, давайте обсудим по очереди каждый пакет вознаграждения, вот этот и вот этот. Если мы берем с вами, если вы выбираете пакет вознаграждения 80% по факту первого платежа клиента, то понятно, что вы получаете. Ну, давайте так, если брать средний минимум, да, 10 клиентов, то средний чек из всей вот этой вот конфигурации, да, ну вот средняя арифметическая выводить, мы с вами получим средний чек 10 тысяч рублей. Вот, потому что большинство это 11 тысяч рублей, на втором месте по пакетности, по популярности пакетов, это вот пакет номер 3 за 8 тысяч рублей. Ну и вот эти вот все дополняют. И средний чек уже по опыту это 10 тысяч рублей. Выходит средняя арифметическая, повторюсь.
Тут все просто. Вы получаете, человек оплатил, да, один раз, первый месяц, и вы сразу 8000 рублей с человека получаете, да? Причем оставляете эти деньги сразу у себя. Мы с вами, естественно, уже в индивидуальном формате эти моменты, все финансовые взаимоотношения будем обсуждать. Я имею в виду возможность получения этих денег. Да? Но общий формат наших взаимоотношений будет выглядеть таким образом. И ясно, да, что если вы будете, скажем так, минимум 10 клиентов в месяц делать, а это, уж поверьте, очень просто, при той востребованности наших услуг, это я вам говорю по опыту наших партнеров, 10 клиентов – это несложно в месяц, то вы будете получать 80000 в месяц. Да? Интересного, очень, скажем так, хорошего, постоянного, полноценного дохода. А здесь арифметика простая, да? А вот здесь вот, где если вы выбираете пакет вот этот, да, здесь поинтереснее. Но опять же повторю, это ваш выбор, вы должны для себя определиться при общении с клиентом, как вы хотите получить свою прибыль. И все же, предположим, остаемся на этих же позициях, средний чек 10 тысяч, и клиент вам платит каждый месяц по 10 тысяч, и вы нам отправляете 8, а 2 тысячи каждый раз себе оставляете. Да? Смотрите. Я, конечно, знаю, что многие из вас и сами это понимают, это совершенно просто, очевидно, но все же, как выйти в течение года на очень хорошие показатели, а именно в финансовом плане. И вот у вас 10 человек оплатили, и это сейчас я хочу повторить, это я минимум беру, то есть если к этому делу отнестись вот совсем, не очень так, скажем, да, внимательно, то 10 клиентов у вас будет это постоянно. Если эксплуатировать наши рекомендации, которые мы регулярно даем, проводим обучение, там очень много, если вы с нами захотите общаться, уж поверьте, мы вас не оставим один на один с вашим бизнесом, вот с этим, который вы все-таки захотите подхватить у нас, да, и мы будем вас обучать, общаться с вами. Ну, поверьте, не слезем с вас, если вот вы покажете хоть какие-то результаты, мы уже с вас не слезем, не дадим вам возможности отказаться от заработка. Ну, в хорошем смысле слова, конечно. Так вот, смотрите, интересно, не каждый об этом сразу задумывается, но я вам расскажу, как можно за полгода прийти к стабильному, очень хорошему заработку. При том, при всем, что это не будут сейчас какие-то эфемерные обещания. Все, что я вам за основу беру, это 10 клиентов в месяц, тип 2. Еще раз повторю, нам все равно, какой вы выберете, но если вы выбираете тип 2, посмотрите, пожалуйста, каким вы заработком можете прийти через полгода. Первый месяц. Вы получаете от каждого своего клиента 2000 рублей, 10 клиентов – это 20000 рублей в первый месяц. Вот вы начали работать, и в первый месяц вы заработали 20000 рублей, вроде как не очень много. Во второй месяц вы в том же темпе работаете, вяло текущим, и пригласили еще 10 клиентов, да, под юридическую защиту. Вы и от них получаете 20000, и те клиенты, которые были в прошлом месяце, точно так же продолжают вам платить. Нам платить, и вы оставляете у себя эти 20 тысяч. Точно так же. То есть вы получили на втором месяце, это первый месяц, вот это второй месяц. Здесь вы получили вот эту сумму 20 тысяч рублей, потому что проплатили те клиенты, и плюс вы получили 20 тысяч от новых клиентов. Но в этом месяце у вас уже 40 тысяч. Интересно? Ну, наверняка вы дальше догадались. И здесь нет никакого, скажем так, маркетингового хода, здесь все очевидно. Ребят, да, кто-то скажет, ой, ай, похоже на пирамиду еще. Ну, давайте отбросим амбиции, предрассудки, просто сами посчитайте. Ну, не будете со мной спорить, что 10 клиентов сделать легко и просто. Итак, третий месяц. Вам заплатили новые клиенты 20 тысяч, заплатили со второго месяца 20 тысяч,
и заплатили с первого месяца 20 тысяч. И у вас уже получилось 60 тысяч. Правильно. Четвертый месяц. По той же схеме 20 плюс 20 плюс 20. И четвертый, если снизу, то уже 80 тысяч в месяц вы стабильно получаете. При вялотекущем процессе 10 клиентов в месяц. Это несложно. Если что-то делать, это несложно. Более того, если руководствоваться, еще раз повторю, нашими рекомендациями, эксплуатировать наши обучающие материалы, материалы, которые будут вас стимулировать, и самое главное, наши материалы, которые будут давать вам возможность наращивать количество клиентов, то можете цифру эту увеличить, ну, там, собственно говоря, по-своему высчитывать, но вот хотя бы так. Пятый месяц. 20 плюс 20 плюс 20. Плюс 20. Я надеюсь, вы не забыли, откуда эти двадцатки идут. Это вот начиная с первого месяца, они же вам продолжают платить. И я напомню, у нас минимум 6 месяцев идет, да, работа с клиентом. Это минимум. А быстрее не получится. Быстрее точно не получится. Но не верьте никаким юристам, что можно за месяц все это сделать. Ну нет, неправда. Вот. Сколько? 4, да? И плюс вот за пятый месяц, да? В итоге хлоп, 100 тысяч. Ну давайте так. Почти пассивного дохода. Но этот доход очень приятный. Вы понимаете, что вы не ерундой занимаетесь, а помогаете людям. Ну и давайте, полгода прошло, 20 тысяч плюс 20 тысяч плюс 20 тысяч плюс, простите, 20 тысяч, раз, два, три, четыре, плюс 20 тысяч пять, плюс 20 тысяч шесть, равняется 120 тысяч. 120 тысяч. Каково вам? Очень очевидно, очень просто. И самое главное, совершенно доступно любому, кто захочет. Естественно, мы вам сейчас показываем, где лежат деньги, вам надо наклониться за ними. Я не буду говорить, что это вот, знаете, как только вы приняли решение, за вами в очередь станут. Нет, нужно работать, нужно предлагать. Нужно с нами общаться, нужно задавать вопросы, нужно в конце концов чему-то учиться. Но это интересно, и когда вы будете понимать, что у вас пошли денежки, то это само собой во многое превратится. Если клиент будет платить год, то соответственно прибавляйте. И даже смотрите, какая интересная закономерность. Предположим, 6 месяцев, 12 месяцев прошло, и первый месяц все. Откололся, то есть мы выполнили свою задачу, клиент подписал акт приема передачи, и все, мы его задачу, которую он нам поставил, выполнили, договор, скажем так, исчерпан во всех своих пунктах, он получил то, что он хотел, он никому ничего не должен, договоры все расторгнуты с точки зрения банковского взаимоотношения с клиентом и так далее. Но вы же продолжаете работать, и на его место становятся новые клиенты, новые 10 человек. И даже если вы будете вот таким вот образом потихонечку двигаться, да, то без наращивания оборотов, то 120 тысяч в месяц уже через полгода вы придете к стабильному. Ну, то есть через полгода у вас будет стабильно 120 тысяч в месяц. А теперь подумайте. Надо вам это или нет? Вот так вот я скажу. Дело в том, что изначально кто-то подумал, может быть, это можно делать параллельно с основной работой и так далее. Но я не думаю, что сейчас меня смотрят те люди, кто зарабатывает на основной работе более 120 тысяч рублей. Если есть такие, то я вас поздравляю, но это вы, ну, скажем так, небольшую часть аудитории нашей представляете. В основном люди работают за какие-то там 20-30 тысяч рублей в месяц, и причем с утра на работу, вечером с работы. И вот если вы приняли решение пойти с нами, первые клиенты – это ваши коллеги. Это ваши коллеги. Не слушайте никого, кто говорит, что нет у него кредитов, нет у него проблем с кредитами. Они возникнут. Рано или поздно они появятся, эти проблемы. У нас закредитованность дичайшая в стране. Если взять 10 человек, выстроить 9,5 – это наш с вами клиент. Поверьте мне, моему опыту богатому. Могут говорить, что нету кредитов. Они есть у большинства. То есть я так скажу, тот, кто живет действительно без кредитов, это уникальный человек.
Но вы можете стать таким человеком, потому что, обратившись к нам, вы, собственно говоря, категорическим образом измените свое финансовое составляющее, свое финансовое, короче говоря, свое финансовое состояние. Да? То есть вы вырветесь из какой-то там финансовой зависимости, и наверняка, может быть, многие из вас вообще начнут жить посредством. Более того, те из вас, кто захочет стать нашим партнером, тут я хочу вам вот что сказать. Если вы с нами заключите договор о сотрудничестве, вы имеете право, возможность стать также под юридическую защиту к нам с 20% скидкой. А именно, что это означает? Ни больше, ни меньше, а то, что вы можете обратиться в нашу компанию за юридической поддержкой, посчитав свое кредитное бремя, да, определившись, по какому пакету вы подходите, и с 20% скидкой можете нам зайти под юридическую защиту, ну, при условии, что вы будете нашим партнером и будете вести, продолжать вести нам клиентов и так далее. Далее, если, может быть, забегать вперед, то я вам так скажу. У нас предусмотрены еще помимо вот этого вот вознаграждения, да, очень даже неплохого, система поощрений, бонусов. И поверьте, многие из вас даже не представляют, нет, это не какой-нибудь там, я не знаю, набор ручек или тетрадей. Нет, ни в коем случае. А мы в буквальном смысле планируем вот к Новому году собрать группу достойных партнеров и вывести к морю. При том, при всем, это не Сочи, не Крым, это, скорее всего, будет либо Таиланд, ну, посмотрим, что с Египтом к тому времени будет, но вот, ну, как минимум это Таиланд, Доминикан, может быть, вот так вот. Мы посмотрим, какие поставить вам рамки для того, чтобы попасть в этот призовой список участников, да, но это будет несложная задача, я так думаю, мы определимся там, чтобы человек до этого времени, допустим, создал клиентскую базу там такого-то количества людей. То есть, если вы сделали какое-то количество людей вот такое, скажем так, определенно мы еще не решили, да, то вы совершенно спокойно за наш счет летите туда-обратно, проживаете 2 недели в Таиланде вместе с такими же, как вы, успешными нашими партнерами. Ну и мы уже сразу вперед заведомо, значит, определили приз, так называемый турбостарт. Те из вас, кто подпишет с нами договор о отношениях и в течение 30 дней, независимо от того, какого дня человек подписал, в течение 10 дней сделает 10 клиентов, ой, простите, в течение 30 дней приведет к нам 10 клиентов, едет в Прагу. Прекрасный город, Прага, за наш счет, с проживанием и, собственно, с перелетом и так далее и тому подобное. Вот такое предложение. Если вам это интересно, пожалуйста, смотрите, очень важный сейчас момент начинается, это контактность. Как мы должны с вами связаться, пообщаться и, в общем-то, зафиксировать наши вот эти отношения. Посмотрели видеоролик, подумали, приняли решение, пересмотрели его еще раз. И после того, как вы окончательно все взвесили и все-таки остановились на том, что надо попробовать, пишите нам на электронную почту. Почта простая, ребят, простая электроночка. Я сейчас вам ее тут напишу. Она в цифрах 946-78-36-mail.ru. Вот и все. Тема письма. Запрос на сотрудничество. В тексте письма пишите: здравствуйте, живу в таком-то городе, в таком-то регионе, в такой-то области. Хочу с вами сотрудничать. Мое имя так-то, так-то. Мой телефон для связи такой-то.
Я лично с каждым из потенциальных партнеров постараюсь связаться, если нет, то мои помощники, но, скорее всего, я, потому что вот я не ленюсь, я так именно и делаю, с многими клиентами общаюсь, и считаю, что это очень правильный подход, потому что именно в таком случае клиент доверяет еще больше, когда с ним президент компании на связи. Я не пафосный человек, совершенно спокойно к ситуации отношусь, с пониманием, и амбиции здесь мои вообще никаким образом не проходят рядом. Пишите, значит, еще раз в теме письма запрос на сотрудничество, фамилия, имя, отчество, любишь, как к вам обращаться, номер телефона, где живете, в каком регионе, и копию паспорта, пожалуйста, для начала. Ну, если хотя бы сейчас не хотите копию паспорта, без проблем можете копию паспорта не отсылать, но если вы приняли твердое решение, то сразу шлите копию паспорта, нам нужно, чтобы наша канцелярия там подготовила договор для вас. И в ответ, значит, мы с вами обязательно свяжемся, отправим вам сразу же обучающий материал, очень полезный, как работает наша компания, это видео, обращение будет, документы, как нужно заполнять, какие документы нужно заполнять, когда вы работаете с клиентом. То есть на первом этапе вам дадут максимум инструмента для того, чтобы вы начали пробовать. Ну и, конечно же, мы будем постоянно с вами общаться. Естественно, первый наш с вами сеанс общения будет по факту запроса на сотрудничество. С вами свяжемся, поговорим, ответим на ваши вопросы, они у вас наверняка возникнут. Закроем эти вопросы и отправим вас, как, скажем так, в свободное плавание, но с одной оговоркой. Это свободное плавание будет под вашими парусами, но с помощью нашего ветра. То есть мы вам будем помогать, всячески помогать, не оставим вас просто так вот одного. И как это будет выглядеть? Да очень просто. Есть вопросы, отписались на почту, нужно поговорить, с вами свяжутся и пообщаются. Обязательно расскажут, что где, что-то непонятно, как-то может быть двигать ситуацию. Поверьте, ребят, мы это вот стали совсем недавно эксплуатировать, да, ну так скажем, робкие попытки, но те, кто подключились, не жалеют. Итак, если кто-то хочет зарабатывать от 100 тысяч и выше, пожалуйста, отправляйте запрос на сотрудничество. Если кто-то хочет зарабатывать от миллиона и выше, это все в ваших силах, поверьте, это возможно. Просто скажу, средние, вот наши партнеры в среднем оформляют 25-30 договоров в месяц. Вот на один офис, да, люди формируют какие-то офисные пространства. Я хочу, кстати, обратить внимание, сейчас внимание ваше, тех, кто в Питере живет, в Санкт-Петербурге. Для вас у нас бесплатные площади существуют, вы можете в 2 минутах от метро переходить в наш офис совершенно бесплатно, по предварительной договоренности, конечно же, чтобы не было толкучки, и работать с клиентами. Мы вам предоставляем рабочее пространство, стол, стул, нормальный офис, 20 квадратов у нас специально для клиентов, и вы можете приходить, свой ноутбук и работать с клиентами, пожалуйста. Только приветствуется для тех, кто в Санкт-Петербурге живет. Для всех других, если вы хотите организовать офисное пространство, мы будем изо всех сил вам помогать. Где-то, если вы покажете хорошие результаты, будем вам и в финансовом плане, естественно, помогать. Это все индивидуально, отдельно. Научим вас работать со штатом сотрудников и так далее и тому подобное. То есть я считаю, что на данный момент вы получили одно из самых интересных предложений, которые когда-либо получали в своей жизни. Почему я так считаю? Потому что я сам работаю в этом направлении. У меня есть результаты у моих партнеров, их не так много. И я знаю, что людям это нужно. Поэтому мы вам еще раз повторю, показали, где лежат деньги, показали, где лежит хорошая, интересная работа. Она действительно интересна, и самое главное, задумайтесь, это стабильность. И это сейчас не пустые слова. Просто задумайтесь, сколько будет существовать банковская система, столько времени и будет работа у нас с вами. Но я сейчас обращаюсь к тем, кто решение принимает работать с нами. Работа будет всегда, постоянно, и те, кто вливается, вы уже из этого круговорота навряд ли выскочите, да и не захотите никогда выскакивать, потому что это настоящий хороший заработок.
Это хороший бизнес, правильный, невременный, постоянный и стабильный. Ну и самое главное, он очень востребован. И когда вы будете получать удовольствие, а параллельно вам за это будут платить деньги, посмотрел бы я на того человека, который хотел бы все перечеркнуть и отказаться. Итак, взвешивайте, принимайте решение, и мы вас встретим с распростертыми объятиями в нашей команде. На связи был Кузнецов Дмитрий, Академия юридической грамотности, Центр юридической защиты. Счастья вам, здоровья, вам и вашим близким, ну, конечно же, финансового благополучия. До свидания.